Якутия переживает пик потепления. Повышение температуры воздуха наблюдается с середины 60-х годов. Об этом на международном симпозиуме по глобальным изменениям климата в Якутске сообщил сотрудник Института мерзлотоведения Юрий Скачков. Наблюдение основано на анализе данных 52 метеостанций, расположенных по всей Якутии, за последние 50 лет, включая 2015 год. В среднем температура повысилась на 2 градуса. Повышение вызвано в основном потеплением зимних сезонов. В то же время за последние 10 лет повсеместная тенденция роста температуры воздуха сменилась на понижение. Оно наблюдается в половине метеостанций. И с некоторой долей вероятности можно сказать, что к середине нынешнего века среднегодовая температура понизится, сказал ученый.